Сегодня мы покажем, как программируются пульты V2 на пульт HRMATIC 4. Есть некоторые особенности. Для начала по таблице мы настроим приемник на прием сигналов автоматики V2. Теперь войдем в программирование пульта HRMATIC 4. Раз, два, три, четыре. Как можно ближе ставим пульт. Требует дополнительного кода. Еще раз нажимаем. Код записан. Фиксируем его на первой кнопке. Берем второй пульт. Вводим в программирование. Нажимаем на пульт V2. Снова требует дополнительного кода. Еще раз нажимаем на кнопку. Записываем на второй канал. Теперь проверим, что показывает прибор. Мы сбрасываем показания. Нажимаем на кнопку. И видим V2. Снова сбрасываем. Нажимаем на вторую кнопку и видим снова V2. Для контроля ложим этот пульт, сбрасываем показания, нажимаем на кнопку, показывает V2. А теперь попробуем прописать пульт HR4 в приемник, который настроен на автоматику V2. Нажимаем на кнопку. Пульт запрограммирован. Нажимаем еще раз на кнопку и программируем второй канал. Пульт запрограммирован. Для контроля возьмем V2. Нажимаем на кнопку программирования. Программируем. Видим, тоже работает.